Всем привет, ребят! Рио Линда, Калифорния, 6 апреля 2021. Ну вот наш огородик, так сказать, в первозданном виде. Все готово к посадке. Досыпаны баклажки свежим грунтом. Досыпаны грядки свежим грунтом. Вот так вот он выглядит у нас. Так выглядит линия полива. Также все обработал от вредителей. Сейчас опрыскивал заборы, грунт и так далее. Решетки. Ну, вот так вот примерно вы можете увидеть, как сделан полив также на те баклажки. То есть отсюда сделаны выхода и шланги. Идут туда, в те баклажки. Хочу обратить внимание ваше, ребят, на вот этот прекрасный щавель. Великолепный просто. Вчера буквально с женой разговаривали и говорили о том, что для нас загадка, с чем, с каким насекомым его скрестили. Шутки шутками, ребят, но это вот второй сезон. В прошлом году щавель посажен, зиму пережил. Видите, великолепная такая грядочка, деляночка его, очень вкусный. И он даже не думает цвести, ребят. Я вспоминаю свое юношество, детство, когда мы садили щавель. Он, в принципе, не успевали мы его порвать, он уже выкидывал стрелку. И также вот посмотрите на этот лук перьевой. То же самое, он пережил зиму великолепно, не замерз. И опять же продолжает радовать нас свежей зеленью. Ну вот так вот, ребят, это все выглядит. Уже прикуплена рассада, будем садить. Да, там вот у меня виноград, видите, посаживаем очень хорошо, в принципе. Идут как минимум вон тот куст, этот куст, этот куст. Тут у меня два сорта очень редких муската. Это тоже, он более поздний, видите, более... Это конкорд у меня. Конкорд вот что-то слабоватенький такой, ребят. Конкорд слабоватенький. Ну, вот таким образом, ребят. Все, готово к посадке. Вот так наш огородик выглядит с перспективы. В эти ведра пойдет уже, будем садить, наверное, огурцы опять, может быть, окру, баклажаны, а внутри уже разные другие культуры. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, бай-бай.